Конференц-зал бывшего санатория ЦК Компартии в Алматы принимает сегодня диссидентов-антисоветчиков. Их здесь более 100 человек. Ругают существующие порядки в подавляющем большинстве государств бывшего Союза. В России и в большинстве стран региона установились персоналистские авторитарные режимы, укрепляемые системой силового, а кое-где и тотального контроля и выборочных политически мотивированных преследований оппонентов и просто активных граждан. Подвергаются существенным монополизации свобода слова. В начале 90-х прошлого века, кажется, никто из присутствующих не мог представить, что спустя каких-то два десятка лет им придется говорить порой о почти тотальной несвободе. Неправительственный сектор призывает к сопротивлению. И этим тенденциям надо противопоставлять большее взаимодействие, большую координацию, совместные усилия и акции, потому что в противоположном направлении от признания и уважения фундаментальных прав и свобод человека сползает весь постсоветский регион. Солидарность как-то заметнее во время кофе-брейка. Здесь тоже говорят, легко ли быть правозащитником. Видимо, власти не нравится та концепция, которую правозащитники продвигают, и они хотят предложить какие-то свои, как я сказала, какой-то свой путь развития, что не нравится правозащитникам. И вот эти концептуальные непонимания приводят к тому, вплоть до нападок физических на правозащитников. Один из главных контраргументов государства – все эти правозащитники, грантоеды, непатриоты и бездельники. Вот что отвечают обвиняемые. А где вы работаете? Общественный фонд. Являюсь президентом общественного фонда «Либерти». Мы занимаемся правозащитной деятельностью. Правозащитники много не зарабатывают. Мы, как это, все скромные люди. У нас нет ни дач, ни вилл. Люди со средним, даже меньше, чем средний достаток жизни. Встреча делегатов этого созыва рассчитана на два дня. Впереди еще несколько панельных дискуссий, но общий мотив неизменен. Координация совместных усилий, когда речь идет о наступлении государственной машины на права и свободы граждан.